Так, у нас есть еще немного времени, мы немедленно. Так. А, да откроет возможность твой разум. Оказались на перекрестке пути. Это вопрос. Оказались на перекрестке пути. Так, это мы уже вроде читали. Так, ну все, давайте. Надеюсь, нам что-то новенькое дадут на этот раз. Блин, суки! Остынь, друг, и знаю, ты злишься на Дональда, но у нас тут оказия вышла. Неприятность. И я йоги, мудак. Как стрельнуть? Убил бы обоих. А, стой! Хочешь грохнуть Реджи? Я тебя не виню. Мы застряли в этой странной стране, как и ты. Они забрали наши паспорта. Вот и приходится подрабатывать. Пойми же. И в Индию не вернешься после истории с коровой. Коровами. Да, коровами. Так много коров. 10 лямов просмотров на YouTube, прикинь. Правда? А, да, это было. Эй, мы думали, Нур хочет поговорить. Кто же знал, что она кинет тебя голым на арену? А что ж тогда ты поставил против него? Блин, да они сейчас тебя опять завалят. Я тупо перестраховывался, чуви. То есть, друг, а я между тем не сомневался. Ставил на тебя, правда? И я с удовольствием поделюсь, например, 60-40. 40-60? Или мало? Да, бери все, заслужил. Дрался, размахивая болтом. Да, мы очень впечатлились. Его болтом? Тем, как он дрался, дебил. Прям гладиатор. А я спартанцев вспомнил. Проваливайте из моего дома. Я забираю его обратно. Попадетесь мне еще раз? Убьем Дональда. Я йоги. Дунем? Брысь. Уже. Ща, только вещи соберем. Да, конечно, сейчас он тебя... Их много. Бардак тут, да? Но сперва... Да замочи ты их уже. Сейчас. Что ты делаешь? И что в ней было раньше? Ханка, наверное. Она... родимая. И что с ней случилось? О, да! История была зашибись. Ну да, скандалы, интриги, наркота, все такое. Можно краткую версию? А, не вопрос. Мы только прибыли в Кират. С корабля на Балдиба. Ага, и стали проверять, что тут значит выращивают. Интересно же, и ожидания оправдались. Еще как! И все это благодаря одному местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага, и мы тогда просто ушли в нирвану. Никогда такого не было. Когда отпустило, мы спросили, где достал? Так мы узнали о Шангрила. Шангрила. Типа призрак древнего Кирата. Древний Кират. Ну да, и его... На самом деле его как бы не было, прям по Шрёдингеру. Кират Шрёдингера. Так, давайте к делу, к сути. Ага, о чем я? Этот гуру сказал, что был в этом волшебном месте и прихватил кое-что с собой. И в этом как-то участвовала загадочная тханка, которая прямо тут висела. А куда она делась? Ну, кто-то разорвал ее на куски, а потом разбросал по всему Кирату. Ну, да, это ничего. И мне типа надо найти, старик продал нам карту. Ведет в пещеру неподалеку. Да, там еще вход стрёмный. Да, просто жесть. Мы такие хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. А карта где? Подозреваю, что мы ее скурили, но не парься. Пещера вообще рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит, ты пришел. Да, и травы для нас прихвати. Угу. Блин, я бы пристрелил на его месте. Так. Найдите Тханка. Вот как раз-таки тот значок, который я видел в прогрессе. О, да. Так, дельтаплан. Да ну нафиг, ладно. Полетели на этом. Так, не понял, а куда нам? Куда-то туда. А куда? Ну вот, ну ладно, полетели. Там, кстати говоря, аванпост рядом, но это не суть. А, не, подожди. Ну, на каком-то островке мы сейчас.
Да, на островке. Все, больше не буду карту пока вставать. Теперь, кстати, мы не так часто животных мочим, заметили, да? Все потому, что нам нет особой нужды. Ну, есть, конечно, но они стали чуть тяжелее, а также из-за того, что нам в основном для навыков, для там каких-то шкур, по-моему, нужны даже дополнительные задания, а не шкуры животных уже. Мы на максимум летим, видите, да? Это предел почему-то. Так, ну прыгать не будем. Давайте лучше просто спустимся. Так, вот тут цветочек есть. Ну, ладно, пофиг. Давай, давай. Прям вниз туда. Охотники уже палят меня. Ёпарс, так кто еще? Офигеть. Ой, чё за лаги? Ты ёп! Вы офигели? Вот уроды, а. Мою эту подорвали, наверное. Сейчас сожгут. Стреляет уже в них. Походу стрелы надо будет использовать против них тоже, потому что ну патроны все-таки не найдем здесь, скорее всего. А тут стрелы будем и собирать. Во, вот это нам надо. Еще один такой колокол, чтобы какую-то там награду получить. Так, ну собственно, давайте. Так, 28 тысяч, круто. Так, а это еще что-то такое, вот там вот. Не, наверное, вниз. Хорошо, что тут вода была, я не на ту кнопочку нажал. Фу, пронесло вроде. Так, куда тут выбираться-то? Сюда, что ли? Или я вообще не туда куда-то залез? Слушайте, а хрен его знает. Сейчас проверим. Во, можно было зацепиться. Во-во-во. Ага. Ну, почему не зацепляется? Таким вот образом. Как обезьянка. Так, как туда попасть надо? Ладно, давайте заберемся там. Блин, тут обезьяны или я не понимаю, кто тут? Обезьяны тут какого-то. Стоп, мы уже сюда. Мы сюда и пришли, что ли? А, нет. Что-то новенькое. Это взрывать не надо будет мост. О, мы пришли. Так, это нельзя собрать. Эй, подожди, я там ничего не осмотрел рядом-то. Блин, мне сейчас, походу, по всей... По всему этому керату надо будет их ссаных искать. Чё используете, чтобы тигр помогал вам убивать демонов? Утром во время атаки. Чё-то сейчас жесть какая-то начнется, наверное. Офигеть. Только бы не сумасшествие. Я их ненавижу, просто эти сумасшествия. Блин, чё за лаги? Кажется, я знаю, чё за лаги. Опять зима.
Эх. मैंने नीचे घाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं। बस मुझे कूदना था। Прямиком в ад, наверное. Или куда там? Калинаг. मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें रहना Ой, что это? Ой, что это? Фу! Я думал, это вода. Мира раста ламба ор катен раха. Мене бахот куч дикха. Кия. Лекин мэ чахта хун ке эйса киси ор ке саат каби на хо. Лекин мэ мурак тха. Джо сочта тха ке сварг духо се мукт хота хай. Это что, типа он сказал рай? Не похоже. Какое-то адское все, жесткое вообще. Дальтонизм какой-то прям вообще, ну посмотрите. Да ёб, что за лаги? Эх, бедный тигр. जानवर के दांतों से अटका следующий शांग्रीला जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था लेकिन किससे Что за бред происходит? Ненавижу бродилки. Если говорят, исследуйте Шангрила. Ну, по-любому нам сюда. Ёпрасте. Надо было к ним близко подойти и F нажать. Шайтану не Шангрила пар акриман кия. Из дхарти ки нахи. Сааф ман ки нахи. Кои ход я кои чиз апне лие Шангрила ко чурана чати ти. За лаги. Ну что нажимать? Правильно, мочи. Шер мот ке мусе лот ая. Мери зиндаги бачане ке ли нахи, балки ек сахьоги пане ке ли. Так, ну это мы уже знаем. После тебя такой тигр может... Так. Чё тигр может учу? Ага. मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है फिर भी यहां वो शैंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था आक्रमण जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो круто Там еще один есть демон. Я надеюсь, нам туда не надо. Но там их полно. Так. Нам говорят... Поклосы! Ой,
Круто. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। Так, идем дальше. Не запалили. Но это было ненадолго. Где он? Я его не вижу. Кто тут? Так, а куда идти-то? Подождите. Куда-то сюда, да? А, подожди, туда почему-то показывает. Нафига я тогда сюда пришел? Или в чем прикол? А что, я его смогу убить, не знаете? А, нормально, могу вроде. Блин, они, походу, рождаться будут до бесконечности, да? Ты хрен их знает, ладно, что тут надо делать? Из Dead Space немного напомню, когда там обелиск взорвался. Джжж, такой. Шикарно мне чувствовалось, что те чудовища, которые я видел, не только для моего развлечения. Я пытался спасти себя от зла. И я пытался помочь своей защите. Хороший тигр. Так, ну что нам нужно? Туда теперь идти. Окей. Я не такой быстрый, как ты, четырехлапый друг. Попробуем незаметно к ним подобраться. Даже не подобраться, а просто обойти. Пройти, так сказать. Не потревожив. Если получится. Хотя нафига. Кто-то меня мочит, что ли? Все, идем. Очки навыка за это дадут, как вы думаете? Ладно, бегом, бегом, побежали. Бегом! Они нарушили баланс. Давай уже. Что такое? О, нормально. Это, походу, травы. Он покурил немного той, которую его просили те два чувака. Да ёб! Дай! Они меня сейчас замочат. Офигеть, а у нас же нет этих... А, все нормально. Нормально или что у тебя показывает? Погнали дальше. Блин, надеюсь, это последний. Так. По-любому с ними расправляться нужно будет. Да, походу, это последний. Какой-то такой масштабный более. Тигра. Контрольная точка, кстати говоря. Так. Выберите с помощью вот этой колесика выберите из пепелителя. Тигр отвлечет его. А после этого совершите убийство с пепелителя, напав на него сзади, пока ему не до вас. А где он, кстати? Он тот, что ли? Надеюсь, он здесь один.
А не, тигр пока не может, видимо. Ну, мочи его. Да беги ты! What the fuck, Эномазов? Чё за ёпта? Блин! Так много снесли мне здоровушки, офигеть. Ну ладно, бывает. Как всегда я так говорю. Так, лаги. Ладно, придется тогда... Я даже не знаю. Так, это мы знаем, как это пропустить. О. Так, давайте за тигром пойдем. Почему я не могу быть невидимкой? स्थान को ढूंढना है उससे बचाना नहीं है कहा जाता है कि शंग्रीला वो जगह है जहां भगवान की रक्षा так я там искатель блин а что за искатель так кстати दुनिया के नियम लागू я искатель не просрал там сначала в тех заданиях так а я за тигром иду правильно или мне не нужно за ним идти где он ёпт А, может к ним подобраться нужно? Хотя не, нафига. Что у нас по заданию, как посмотреть? Не пишет. Все, хана. Туши, ёп. Что там было написано? Да что-то. Блях ты муха, суки, ну бляха муха, бесит. Реально уже. Ну чё я как лох, а? Ну блин, не могу уже. Реально, ну чё я как лох? Почему я не могу простое задание выполнить? Ну, даже не понимаю, что делать надо. Логически. Доберитесь до... Колокол просветления. Да я добрался, ёб называется. Да знаю я, идите в пень. Здесь пошли. Да, он вроде за мной идет. Запалили же. Ну, вроде нет. Суки, запалили все-таки. Ладно, отсюда будем их мочить. Где они? Тут же вроде были. Ой, камешек даже можно было. Опять меня сейчас замесят, да? Так, друзья, что же мне делать? Я не могу пройти эту миссию. Непонятно. Доберитесь до колокола, блях. Давайте попробуем, блях, я не знаю, слушайте, честно, я уже. Да ёб, ну какого хера они нас заметили, бляха? Все, пипец какой-то, я не понимаю. Ну мне же бомбит, я не знаю, что делать, ёпрсты. जब मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी मैं उनसे बहुत डर जाता था
इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। Давай! Ёп, тут нет. Чё нажимать? Чё нажимать? А, ну всё, баланс восстановлен. Наконец-то. Фу, всё. Нервишки-то у меня, а какие ещё? Расшатанные, ну. Чё, покупайте что-то там. А, что там в магазине эти карты? Точно, вот для чего карты в магазине нужны. Можно купить одну. Попробовать. Какого черта? С возвращением в реальный мир. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка. Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул. Да. Ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, а, ну ничего. Да, да, ничего, да. Забей. Но, если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем. Блин, не хочу я больше ваши задания выполнять вот эти вот. Не хочу карту. Мир, брат. А, подожди, он что сейчас сказал? Не за остальным мы какого-нибудь другого, да? Но это хорошо, то есть мне не придется в этом бреде больше. Появление защитника. Шикарно, друзья! С бомби... с нервами пополам, но... мы прошли это задание. У нас на карте какая-то новая буковка В. Слушайте, что это такое? Задание компании. Уиллис, слушайте! Меня это все больше радует. На, давайте между тем... переместимся. Тут ничего нету, да, интересно? Ну, давайте. Тут что-то у нас есть... Так, и давайте переместимся вот сюда. Куда нам лучше-то?